В округе завершила работу первая смена школы молодежного актива «На взлет». В течение 3 дней люберецкие старшеклассники и студенты работали над созданием проектов. Лучшие из них будут реализованы в Люберцах. Подробнее в репортаже моих коллег. Ребята, общайтесь, впитывайте все самое лучшее. Давайте обратную связь. Конечно, это первый такой наш опыт. На наш взгляд, общий, он удался. Всем участникам желаю только позитивного настроения, находить новых друзей, обмениваться опытом и, конечно, двигаться вперед и побеждать. Молодежный проект объединил самых активных – по 4 представителя от каждого образовательного учреждения. В первый день разбились на команды по 4 направлениям – волонтерство, арт-пространство, патриотика и медиа. Мы занимаемся разработкой приоритетных для нашего города проектов. И на данный момент мы разрабатываем проект молодежного центра. Как молодежь мы тоже видим те проблемы и те приоритеты, которые мы для себя хотим расставить. И как раз именно те приоритеты и цели, которые мы можем достичь, мы сможем их реализовать в молодежном центре. Проекты создавали под руководством наставников. В качестве экспертов выступили специалисты Федерального агентства по делам молодежи, журналисты, общественные деятели, лидеры молодежных движений России. Когда идет прямой диалог с ребятами, прямой диалог с молодежью, это всегда очень здорово. Есть ребята, которые действительно зажглись. И причем видно, самая главная задача, вот, я думаю, эта форма выполнена. Появляются улыбки, появляется заинтересованность. Вот это, наверное, главное. Но что будет дальше, зависит только от них. В Люберцах часто проводят семинары, на которых молодежь генерирует и притворяет в жизнь свои идеи. Но с привлечением региональных и федеральных спикеров впервые. Мы не ожидали такого количества идей. Мы не ожидали такого количества бурных обсуждений. Наша самая большая сверхзадача – это если они потом в свои образовательные учреждения перенесут те наработки, те навыки, те знания, которые они получили здесь на площадках форума, и будут внедрять их там, собирать свои такие же команды и реализовывать там проекты. Первую смену школы молодежного актива провели в рамках подготовки к празднованию 400-летия Люберец. Тематические лекции и мастер-классы, квест-игра по краеведению. Я хочу, чтобы было больше таких проектов, где была заинтересована и заучаствована, задействована молодежь, потому что это новые мысли. Каждый проект, который сегодня ребята представили, он имеет место жить, они очень современные, креативные и с душой. Те наработки, которые сегодня ребята представили, они будут выполняться в поручениях по отраслям, к которым они относятся. Все проекты получили положительную оценку экспертов. Семинары в таком формате будут проводить в Люберцах ежегодно. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.